Привет, мои дорогие, давно с вами не вижусь. Хочу поделиться зрелищем с моего балкона. Сада сигналларын элинден не можем спокойно сидеть. Я в Инстаграме выставила. Куда вы едете, народ, куда? Там поставили постпатруль и проверяют людей. Товарищи, у кого сахта про пропуски, я не знаю, сделали просто по каким-то причинам, лишь бы, чтобы выйти из дома, не делайте этого. Pulun olmayan vaxtında özünüzü niyə cərimələndirirsiniz? 2 gün ərzində o 47 47 min пропусков аннулировались. И сейчас четыре шекель, да, все проверяют. Вот в это время куда вы едете? Да, мне очень интересно. Аптеки. Мына бахны, гюрардан гэлэр, эй, дэрнэ, гюльдэн, джамат. Бачишка, привет, не идёшь, а не идёшь. Вот моя сестра дома сидит, бизе гэлмэре. Галды кючелэрдэ гэзмэ. А народ вот так гуляет. Сейчас начнутся сигналы опять. Кстати, моя хорошая, смотрите наши живые концерты, мы для вас делаем. Санатчиларин Эвиннен. Подписывайтесь в Баки Меданет и Дараси страничку. И оттуда смотрите. У меня на Фейсбуке и на Инстаграме я выставляю всегда постеры и истории. Кто у меня в Инстаграме не подписан из Фейсбука, добавляйте, смотрите, сидите дома, ахшамлар, смотрите, наблюдайте живые концерты Джанлы Ифа, да, наши. Страничка Баки Меденет и Дараси. Обещаю вам, как закончится весь этот кошмар, приглашу всех на самую крутую тусовку. Будем веселиться, иншаллах. Да, с ума сойти можно реально. И вот так весь день, это не только сейчас, весь день вот такая картина у нас, это круга, обе круга. Сигналят, вот по одной машине отпускают, проверяют, джаремейлилер. Да-да-да, вы смотрите, не гуля, знаю. Кстати, если кто-то хочет какого-то певца увидеть, напишите мне, постараемся максимально сделать, чтобы из его дома тоже провести концерт. Ничего, люди просто хотят тусоваться, не знаю, где выехали на улицу. А здесь, так как пост, уже посты, несколько мест сделали такие. То есть вот даже если по кругу проехать налево, там тоже через определенное время тоже пост поставлен. То есть проверка идет. Вот видите, сверху машины, там здесь на второй и третьей линии машин нет, потому что сверху там проверяют, бильбер пропускают. А здесь, наоборот, после того, что здесь, вот здесь такая пробка. Проверяют, проверяют людей. Сахта улан, у кого-то пропуски, или кто-то неправильно как-то, лишь бы сделал, вышел. Я просто не поняла, окей, мы тоже работаем, мы выезжаем, но в это время есть не люди, которые там... Как мы, у нас тоже бывают концерты в 9 часов, в 10 часов, допустим, кто-то на прямых эфирах там сидит и так далее. Но вот они куда едут, не пойму. Посмотрите вверх. Ай, гара-гара, кем едет. Все, мне холодно, чай, правда, у меня с собой, куда они вечером едут. Не гуш, не знаю, клянусь, куда едут. Бельмира, сорш мамшам. Рупором олсайды бурдан кышкырардым. Миллет ары кедерсеніз. Вот такая картина. Всех люблю, обнимаю. Все это быстро закончится. Будьте на позитиве. Шкюрляр осун. Войны нет, чтоб гырсынлар бизи. Сидите дома. Потерпите чуть-чуть. И все будет хорошо, все вернется. Но пусть не возвращается на то же самое. Наоборот, сейчас мир становится лучше. Думаете о хорошем. Я сама о многом думала. Много чего себе извлекла из этой ситуации.
стараться будем быть лучшими и лучшими. Вот из-за этих людей скоро вообще запрет будет на выход. Даже по спецразрешению. Да, да, да. Есть такой момент. Мы сами тоже страдаем из-за этого, потому что мы реально делаем работу. И нас вот из-за таких моментов нам это очень сильно мешает. Всех люблю. Наталья Ханова, мой лицей дорогой. Лицей имени Зарифы Алиевой. Я люблю вас, скучаю. Всех детей люблю, скучаю. Как это все закончится, обязательно забегу. Будем часто встречаться. Только это остается нам для в этой жизни. Видеться, общаться. Никакие вот эти машины, никакие ваши бриллианты, никакие одежда никакая. Ай, бренд, не бренд. Просто человеческие отношения. Люблю, целую. Gözümüz dünya malında olmasın. Этот карантин, я думаю, многих нас и меня в том числе многому научил, что все не вечно. Любите, дарите добро друг другу. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Побольше вам позитива. Арзухана, приветствую вас. Немка, привет, дорогая. Как ты? Всех приветствую. Вот так. Заканчиваю эфир. Зашла, то мне холодно. Пойду допью свой чай. Всех целую, люблю. Еще раз напоминаю, подпишитесь на канал Бакимя Дианиет Ида Ареси. Сидите, наливайте себе чай и следите за нами. Это круг Галябе, а другая сторона дорога, которая идет с Дернегюля. Вот это вот такая, вот такая ужасная, вот это, я не знаю, пробку назвать или как это назвать. Сидите дома, люди, сидите дома. Зачем вы заставляете людей вот так страдать? Там полицейские бедные стоят в холоде, проверяют всех бир-бир. Подписывайтесь все мои друзья, которые на Фейсбуке, на наш канал Баки Мэдэнет Идарэси, и Ютуб-канал, и Инстаграм. Следите за нами, мы делаем интересные вещи. Наблюдайте позитивные обстановки, смотрите нас. Люблю, крепко-крепко целую. Ровшан Нагиев. Это круг Галябе. Один конец, а другой конец, который дорога едет Дернегюль. Ну все. Всем приятного вечера. Целовашки.